Старинный шкафчик и роскошное кресло, принадлежавшее французской королеве Марии Антуанетте, выставят на торги в Париже. Австрийская эрцгерцогиня прибыла во Францию в 1770 году. Тогда ей еще не было и 15. Этот шкаф стал одним из первых предметов мебели, сделанных для будущей королевы. Кресло, напротив, было сделано ближе к концу царствования и жизни Марии Антуанетты. Она заказала его в 1788 году для небольших апартаментов в Версале. Шкаф с дизайном в китайском стиле уникален тем, что обшит лакированным металлом. Тогда это только входило в моду. Кроме того, шкафчик украшен белой мраморной столешницей, рисунками и декором из позолоченной бронзы. Кресло сделано из лакированного белого ореха и украшено резьбой. Такие изделия всегда ценили. Даже без учета их происхождения и принадлежности королям, ими восхищались и любили их. Шкафчик ценен оригинальными украшениями и тем, что сделан из металла. А это очень необычно. Кресло примечательно оригинальной резьбой. За шкафчик рассчитывают выручить от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч евро. За кресло от 100 до 200 тысяч евро. Аукцион пройдет 22 ноября. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.